Выпускники Славянского первого лицея много раз доказывали свою любовь к родине не на словах, а на деле, в трудную минуту вставая на ее защиту. На примерах их беззаветного мужества воспитывается новое поколение патриотов, а память о героях, сложивших голову в боях, живет и будет жить. Мы побывали на митинге в первом лицее, посвященном открытию мемориальной доски в память об участнике специальной военной операции орденоносце Сергея Жорники. Его помнят в родной школе как веселого, одаренного, артистичного, неунывающего молодого человека. Учащиеся лицея пели песни и читали стихи, посвященные подвигу защитников Отечества. У нас всегда мужчина – воин. Он защитит и охранит. И испокон веков в почете те, кто судьбу свою связал с мужской трудной работой, кто охранял и защищал. На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали члены семьи, родные и близкие, одноклассники и учителя Сергея Жорника, представители администрации и управления образования Славянского района, Славянского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и комитета солдатских матерей, учащиеся и педагоги лицея. В ходе боевых действий Сергей Жорник проявил мужество и героизм, за что и был награжден медалью за взятие Попасной, нагрудным крестом за кровь и храбрость, двумя орденами мужества. Он мне сказал, Ване было 3 месяца, что русские своих на войне не бросают. Когда он уходил в марте, он сказал, жди с победой. Надеюсь, что победа будет за нами, что ребята не зря проливают кровь. И самое главное, что он мне сказал, будьте достойны, делайте свою работу здесь хорошо, чтобы там мы были уверены, что дома все хорошо. Сергей Жорник стал на защиту родной страны и своих земляков. Еще в 2014 году он был добровольцем на Донбассе. В числе первых после начала специальной военной операции стал ее участником. Сегодня мы поминаем нашего боевого брата Сергея, который сложил голову на поле боя за нашу свободу, за нашу успех. Дорогие ребята, мне хочется, чтобы вы всегда знали, помнили, чтили этого брата. Всех тех парней, всех тех бойцов, которые сегодня, вчера, завтра будут защищать нашу родину. Право открыть мемориальную доску было предоставлено сыну Сергея Жорника Ивану и его отцу Владимиру Андреевичу. Затем участники мероприятия возложили живые цветы. В городе и районе будут помнить, что Сергей Жорник отдал свою жизнь во имя мира, добра и справедливости. Он герой нашего времени, и память о нем всегда будет жить в сердцах славянцев. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».